И как же он сделал этот фокус? Фокус довольно прост. И при исполнении не требуется подобного. Да? Сами каулика. Все, да? Нужно играть карту. Опущите, заключайте карту. Сейчас купите, да? И мы ее кладем в колоду и делаем так, чтобы карта оказалась не в пункте. Ну, как бы не исчезал, да, то есть чтобы она оказалась как не в пункте. Делаем двойное подсмотрим. Двойное подсмотрим, берем две карты. Покажем четвертый бунда. Установим, когда хотим накрыть. Просто вдыхаем указательным пальцем колоды. Вот, берем карту, таким образом, делаем так, просто проводим карту, опять показываем. Это что-то. Если что-то непонятное, через комментариях я объясню. Вау, лучше.